Самый популярный маршрут Донецка лишился кондукторов. Троллейбус «Двойка», который курсирует от ЖД вокзала по центру города, сегодня стал ловушкой для пассажиров. Исправными оказались не все электронные терминалы по продаже билетов, а специальные киоски есть не на каждой остановке. Зато на ловлю зайцев, как заметила Анастасия Певная, контролеры вышли в усиленном составе. Маршрут номер 2 будет работать без кондуктора. Заблаговременно приобретайте разовые билеты. Билет на «Двойку» теперь можно купить в киоске вот в таких вот электронных терминалах. Но в первый день введения нового правила техника не работает. Люди напрасно пытаются вложить купюры. Экран не светится, и деньги остаются у них в руках. Буду искать, наверное. Ну или опять пойду к водителю. Оплатить проезд водителю можно только на остановках. Продает минимум 4 билета в одни руки. 4. Я бы один взял, если честно. Многовато. Зачем мне столько? Неудобно вообще, если честно. Не в восторге от новых обязанностей и сами водители. Неудобно и билетом и продавать, и потому что движение на Артема, центр города. Тут вот мы сейчас сбились с графика. Сейчас пик, и конечно, и очень тяжело. Но мы справились из-за того, что меньше уже скопления было. А вот это вот взять рыночный день на маяке, мы бы и не справились. Не увидев в салоне кондуктора, многие пассажиры теряются и просто выходят на ближайшие остановки. Выйдем и на следующий купим. Терминалы по продаже билетов не работают, зато контролеры выходят на маршрут в утроенном составе. А по 6 человек, по 7. Вот в троллейбусе едут, хватают людей за руки. Одну остановку проехали, 6 человек. И 4 еще с охраной. С охраной сидит, еще наблюдают, как они молодых девчонок за руки хватает. Для тех, кто давно не ездил на «Двойке» или приехал издалека, еще одна проблема. Люди не знают, что билет нужно прокомпостировать. В интернете появилось видео одного из первых скандалов по этому паводу. Да я вообще не знала, что здесь женщина, такие правила. Да. Вот, выходит. Смотрите мой паспорт. Вы не имеете права. Стой. Садитесь. Я покажу вам паспорт. Садитесь. Я местная. Самый удобный вариант покупки билетов на «Двойку» сегодня – киоски. Но они есть не на всех остановках. Трамвай на троллейбусном управлении Донецка прокомментировать провальный первый рабочий день без кондукторов отказались, ссылаясь на некий технический совет. Анастасия Певная, Игорь Монастырев, телеканал «Донбасс».